Понравилась игра, хорошее движение, хорошая борьба была. Может, счет и не соответствует, все-таки у команды соперника было много моментов, но у нас очень надежно играл вратарь, вообще по настрою, то есть никаких претензий к ребятам нет. То есть большая была жилисть, сражались до конца. Хороший матч, рад, что поездку проехали, взяли 6 очков, тяжелая поездка. Ребята молодцы, старались, выполняли все, что от них требовалось. Ну, мы готовились к этим матчам. К сожалению, увы, и надеялись, что подойдем в хорошее и функциональное состояние, но глупейшие промахи, я имею в виду в подготовке, это и нелепая травма Яса, и Губина, и глупейшие удаления 20 минут, пришлось разбивать и первое звено, и все звенья, это и Иванова, и Брахмица, считаю, что они очень сильно подвели коллектив. Просто мне непонятна мотивация этих ударений, которые при счете 5-1, это даже смешно. Но что касается игры сегодняшней, конечно, первые два гола за одну минуту – это безобразие, это полнейший не настрой, так можно сказать, что безответственный подход. Но опять же скажу, здесь и моя вина, то, что нужно, не надо было ставить этих игроков, просто надо было играть, может быть, молодым доверить. Но в силу того, что мы готовимся к плей-оффу своему, может быть, через игры пытаемся как-то, чтобы они подошли. Но еще раз говорю, повторюсь уже, когда наша команда натыкается на организованную и навязывающую силовую игру хоккей, ее практически не бывает. Мы это убедились и на выездах, да и дома бывают игры такие. А удар мы не держим. Мы уже 4 матча выиграли с учетом турнир. И 5 матчей этой команде проиграли. И проиграли, прежде всего, и борьбу, и, я так скажу, в организацию.